Итак, всем привет, с вами Вован 3013. И сегодня я все-таки продолжу проходить World in a Jar. И сегодня, давайте, когда мы сейчас отправимся, я сейчас включу день. И сегодня мы отправимся в сумеречный лес. Для этого нам надо несколько ведер, 3 ведра. И где наши ведра? Вот еще одно ведро. Но у меня будет мышка. Ну, как вы помните, где тут мой спавнер мышек? Курица. Где Бэтмен? Сейчас мы посмотрим. Одно бьем и все. Опа-на. Ну, окей. Тогда понятно. Точно. Тут же вот такие вот говнюки ходят. Так вот. И вот так вот. Она это говнище. Ну ладно. Я пить нельзя. А, нет, можно. Да, тут с ней, кажется, с ней, да, нельзя летать. А мышек почему-то тут нету. А, так вот.
Вот. Все, теперь я могу летать. Два ведра свободны. Так вот он где. И все слабый. Давайте сюда сейчас спустимся. На всякий случай еще. Кто это? Какие хорошие. И давайте у нас будет сумеречный лес в другом биоме. И должен быть день. Но уже рассвет, но все день. И давайте вот тут. А, и еще точно. Я забыл, я еще нужны цветочки. И тогда давайте еще возьмем цветочков. Они у меня тут. Вот, 4. Вот еще 2. Того 6. Цветочков не хватает. Может, они в каких-то других биомах. Может быть, в снежном садили. Нет, тут их тоже нет. Ну ладно. Но все равно сейчас мы еще пойдем в сумеречный лес. Мы такого же не рассчитывали. Чудаки добавили. Добавили. Таких у меня было. Дофига. Та-дам! Все, то, что нам надо, мы взяли.
Давайте еще тут выкупим. И он как раз не здесь земель. Здесь земли. И вот тут сейчас по краям. Точно. Новые изображения от земли. Сравнить вот эти земли. Сейчас, ну-ка, там. О, а вот и нет. Нам нужны грибы. И я делаю мазик. Да зачем все? Все, все пока. И чё? Чё ещё это не придало надо? Может быть, тут надо всё расчистить? Давай сейчас полетим ещё туда. За лопатой там. Во, лопата от Леонида. Thank you.
Наверное, надо делать так. Да. Ай, мои кости. Я сейчас в какой-то жопе. А, нет, вон. Ват. А, нет. Мне кажется, это обычный мир. Так, который немножечко так под водой. Что нам не надо? Цветочки нам не нужны. И давай сейчас сделаем день. А, ну это сумеречный лес. О, шарда. А, точно. У нас же вот что есть. Я слышу зомби. А, так, наверное, вот почему тут так темно. А, ну вот, все. Отлично. И теперь, чтобы вообще все было отлично, надо нам срубить какое-то супер дерево, если оно вообще срубится. Да, срубилось. Только питейтером. Так что тут есть такие вот белочки. Ну, туда уже буду поднимать. Также там есть всякие бараны. Вот типа вот там спавн баранов. И также там где-то спавнер, там есть крутые вещи. Нет? Ну, почему-то их тут нет. Бараш. Привет. Тебя накормить твоё несчастье? Чё там всё выпало? Видишь? Нет? Ну ладно. Вон там еще есть что-то. И вон там. А, так это, кажется, Джан Данжик. А ты это... Ты кто? А, это кабанчик. Вот это вот я пока еще не знаю, что это такое. Что тут должно хра... О-о. Нет, спасибо, я туда не пойду. Плохо, лазурита. Птички. Лесная ворона. О, вот это вот дерево, это дерево. Та-да-да-дам, та-дам. А, мой алмазный топор. Ну ладно. Ну и пост у него. Мне уже больше не нужен топор. Хотя не, нужен, но алмазы. Пока искать не надо, так что.
Ростовском, потому что там есть жители, которые живут в очень богатой деревне. Все запомнено. А, даже все уже в бэкпак ничего не помещается. Вот сюда просто посмотрим, что такого есть интересного. Что такого есть? Что такое? А, и еще, как раз вот я сейчас поясню на Webpoint Mod. Если нажать на M, то можно вот попасть в такую карту, а потом из правой кнопкой мыши и нажать вообще любой маркер. И потом нажать на него и нажать T английскую. А, да, точно. Вот, также нужны специально для этого читы и, точнее, обыкновенный вот, включить чит-режим. И вы телепортированы в ту точку, там, где вы и были. Вот. Или, например, куда вы поставили веб-поинт, точнее, просто поинт. И вот мы опять вернулись сюда, в нормальный мир. И давайте сейчас посмотрим, что из этих деревьев крафтится. Так, сейчас мы посмотрим на время. 23 минуты, ну нормально. Опа, на дубовые доски. Это вот повезло. У кого есть сток цветочков и всякого другого такого. Положим все самое нужное. И вот это вот все говнишко надо скорее в рюкзак. Из рюкзака, точнее. Все это выложить. Ну вот. Вот это, я думаю, пока можно оставить. И... если вы здесь впервые, то можете подписаться на канал, поставить лайк. А с вами был Волан 2013. Всем удачи, всем пока. Подпишитесь на лайк канал и поставьте лайк. И подпишитесь.